Всем привет! Сегодня я хочу снять видео и рассказать о том, как мы храним чеснок в домашних условиях. Вот вы сразу можете видеть, здесь разные варианты. И сейчас об этих вариантах хранения я хочу поподробнее рассказать. Начну с того, что буквально пару лет назад я как-то не заморачивался по поводу чеснока, хранения каких-то там овощей, фруктов. Но когда начал заниматься огородничеством, то, конечно, стал вопрос по поводу того, что можно реализовать остатки или излишки тех или иных продуктов. Конечно же, стал рассматривать сорта, которые хорошо хранятся, которые можно реализовывать и зимой, и по весне, и при этом они имеют товарный вид. Значит, долгое время чеснок мы хранили, в общем, все просто. Хранили, могли хранить вот такой сеточки. Могли просто хранить в таких коробках, либо еще в пучках подвязанных. Но не всегда удавалось сохранить чеснок до весны. Большинство чеснока просто высыхало. Высыхал и уже был непригодный. Вот. И могу сказать, что, конечно же, раньше у нас сорта были вообще неизвестны какие. Где-то мы там покупали, приобретали, на это внимание не обращали. Но после того, как я более близко стал подходить к разным сортам чеснока, то стал уже выявлять более такие стойкие хранения. Ну, допустим, такой чеснок, сорт как Любаша. Все наверняка его знают. Он очень хорошо хранится. Его можно хранить без всяких заморочек, без всяких банок, вот даже в таком виде. Кстати, вот этот чеснок мелкий. Это остаток чеснока Любаша, которую мы используем. Вот, его постоянно берем с этой сеточки. И он очень хорошо хранится. Он морозостойкий. Это озимый чеснок. Его сажают под зиму. И, насмотревшись все равно много видео в интернете, в Ютубе, захотел поэкспериментировать. А может быть, есть какой-то способ, который вообще сохраняет лучше, который более компактный способ. И, конечно же, я нашел способ хранения в банках. Ну, не этот именно способ. Не этот способ. А просто в банке. Вот сейчас его на фото можете увидеть. В банке насыпается чеснок. Сверху просто прикрывается марля. И ставится в сухое помещение. Я могу сказать, что вот у меня лично этот способ не сработал. Да, действительно, я поместил полностью банку чесноком. Чеснок был Любаша. Сверху накрыл марлей и поставил в два разных места. Один был у нас в комнате, другой на кухне. И вот, к моему сожалению, чеснок, сорт Любаша, просто начал внутри банки плесневеть. Стоял запах такой плесени, начал перебирать, сверху просто покрыто плесенью. Я видел видео, как одна женщина достает банку, где-то в июне месяце вытирает ее от пыли, достает оттуда чеснок, режет, при этом он хороший, крепкий. Я не знаю, у меня этот способ просто не пошел. При этом я ставил в два разных места. Более сухое, это у нас получается на кухне там постоянно, ну, такая теплая температура, и в комнату, и там чеснок начал плесневать. Я этот способ забраковал, более я так хранить его не буду. Дальше, да, посоветовал мой один подписчик хранить чеснок в зерне, что я в принципе и сделал. И на удивление мое, чеснок уже лежит долго-долгое время, при этом даже никаких признаков плесени. А там прямо вот на чесноке был просто плесень. Плесень, зловоние такое. При этом действительно он весь сухой,
не прорастает. Вот эта банка у меня стоит в подвале, где температура там сейчас на данный момент 3-4 градуса тепла. При этом, посмотрите, зерно сухое, нет никакой влажности. Это тоже сорт Любаша. Вот такой способ, я могу сказать, что он приемлемый. Я сейчас не буду скрывать, не буду вам показывать его состояние. Я это сделаю, ну, думаю, где-нибудь в апреле. По весне мы будем скрывать, смотреть. Вот, вот такой способ, он, я считаю, он реально приемлемый. Вот так можно хранить. Далее, способ хранения в соли. Значит, почему такой способ я решил попробовать? Потому как наша родственница дала чеснок нам по весне, моей супруге. И она говорит: подожди, а что это такое у тебя стоит? Что это такое? Она говорит: это чеснок. Она говорит: а в чем он у тебя? В соли. То есть у них чеснок вот хранится вот в такой 3-литровой банке, насыпанной, пересыпанной солью. Сорт, точно могу сказать, не Любаша, там вообще неизвестно какой сорт. И при этом он сохраняется. И мы, конечно же, решили попробовать. Ну, визуально действительно он хранится, никакой плесени ничего нету. Сырости тоже я не вижу. Вот, все это я вскрою тоже весной. Такой способ я тоже подтверждаю, он будет храниться. Из моего опыта, вот личного опыта, это уже получается 2 года, я прихожу к мнению, наверное, самому важному мнению, что играет роль именно сорт чеснока. Не способ хранения, как вы будете хранить в сетке, в какой температуре, а все-таки именно сорт чеснока. Вот это чеснок. Чеснок яровой. Чеснок яровой. Чеснок, который сажают весной и по осени его уже собирают урожай. Я могу сказать, вот этот чеснок яровой, его можно любым способом хранить, будь то в коробке, будь то, не знаю, он на подоконнике, он, я не знаю, он даже имеет ли свойство вообще портиться. Он просто как будто вот только его сейчас положили, при этом издает аромат, вот сейчас камера не передаст аромат, аромат чеснока, при этом он сухой, просто отличный чеснок. То есть яровой чеснок можно хранить любым способом. Он не пропадает. И вообще считается, что он хранится до 2 лет. Вот этот чеснок я заказывал через интернет, через Авито. Мне прислали 2 каких-то разных вида сорта. Я не могу сказать, какой это сорт. Даже его не знаю название. Единственное, пожалуй, наверное, минус, то, что он мелкий. Вот посмотрите. Это озимый чеснок и яровой. Вот единственный момент такой неприятный, он мелкий. И когда его сажаешь, то надо выбирать самые большие зубчики, чтобы он был потом более-менее крупный. Потому как мы сажали все подряд, а когда сажаешь все подряд, получается, ну вот, вот либо такой вырастает у вас, либо вот такой вот. То есть это когда мелкие зубчики сажаете. Но при этом он замечательно хранится просто вообще. Вот этот чеснок можно хранить просто в мешке, там, не знаю, там в коробке. И не надо его закладывать в никакую банку. Хранится он у нас в комнате. Температура там где-то 15, колеблется 18 градусов. Поэтому сорт чеснока имеет значение. Однозначно. Однозначно. Вот он крепкий, ароматный. Яровой чесночок. И чеснок, который я ходил по рынку. Я остановился возле одной бабушки и просто, ну, не мог пройти мимо. Посмотрите, какой красивый чеснок. Такой белесый. Я спросил у бабушки, что это за чеснок. Озим, она сказала, да, озимый. Я говорю, какое название? Она мне вот как бы так в шутку, не в шутку сказала. Это иркутский чеснок. Я говорю, а почему иркутский? Она вот, ну, я заказала его также по почте. Прислали мне с Иркутска. Поэтому название его иркутский. Чеснок действительно очень качественный. Это чеснок, который я вырастил. Он очень хорошо хранится, имеет такой товарный красивый вид. Он стрелкуется, также у него стрелки, воздушки идут. То есть это чеснок реально озимый. Надо его сажать по осени и собирать уже
конце лета. При этом чеснок тоже очень хорошо хранится. Я не стал заморачиваться и не стал ложить ни в банки, ни куда там. Не имею как бы смысла. Он просто хорошо хранится в коробке. Вот, поэтому, исходя из всего этого, я делаю выводы, что сорт чеснока имеет большое, огромное значение. Поэтому, если вы приобретаете правильные сорта, то вы можете не заморачиваться, просто его хранить в обычных условиях, либо на кухне, либо там в комнате, либо там в коридорчике. Ну, естественно, не в сыром помещении, потому как чеснок в сыром помещении. Вот у меня в коридоре лежал, и он начал прорастать. Это не любаша. Это какой-то, я не знаю, он просто растрескивается какой-то. Может быть, из нашего старого сорта. Он реальный чеснок. Если посмотреть, вот еще такой же, да? Он начинает растрескиваться. Раскрывается как бы. Вот. Но при этом он в сухом месте хорошо хранится. А если помещение влажное, он начинает прорастать. Приобрели правильный сорт, хороший сорт. Вы можете его выращивать очень долго. Можете его реализовывать в разные времена. И по весне, и по осени, и также зимой. Вот, по вкусовым качествам, конечно, есть большое отличие. Любаша, чеснок, ну такой, наверное, самый такой ядреный по вкусу, такой вообще жгучий. А что касается иркутского, он помягче. Ну, так как бы аромат также чеснока присутствует, помягче. Что касается ярового чеснока, он еще более мягче. Очень такой ароматный вкус у него, аромат, но по горечи, как бы вот этого чесночного, он, наверное, пожалуй, самый мягкий. Но при этом большое преимущество в хранении данного чеснока. То есть этот чеснок я однозначно буду высаживать в марте месяце, как только сойдет снег. Именно в марте месяце прошлого года, числа 6, по-моему, марта я посадил. И уже в августе мы его собирали. Но мои ошибки в том, что сажал все подряд. Не стоит сажать все подряд. Надо выбирать самые крупные зубчики. Здесь получается несколько рядов. Один ряд снаружи более крупные зубцы, зубчики. А по центру они уже мелкие. Поэтому сажать надо крупные зубчики. Вот такой, друзья, я вам показываю способ хранения. А вы уже сами смотрите, как вам удобно. Опять же повторю, что проверять именно качество хранения в банках я буду ориентировочно в апреле месяце. Буду доставать, разрезать, показывать. Вот. Но уже как бы я визуально вижу, что он в любом случае пролежит без проблем до апреля и до мая. Признаков какого-то повреждения нет. Потому как любаша очень качественный чесночок. Очень качественный. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте пальчики вверх. Можете также пальчики вниз, дизлайки ставить. Это будет помогать развитию моему каналу. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые события моего канала и выход новых видео. Всем спасибо за внимание. Будьте здоровы. Всем пока.